меня друг – это в первую очередь человек, который идет со мной по жизни, который принимает меня любую, в плохом настроении, в хорошем настроении, который даст мне совет от души, а не так, как, может быть, мы его хотим слышать. У меня есть один настоящий друг. Ленка Шадрина, я тебя очень люблю и уважаю. Спасибо тебе за то, что ты есть. У меня есть настоящий друг, и мы все вместе рвачим. Это тот, который не предает, в трудную минуту никогда не бросит, и мне кажется, он должен быть единственный. Ну, у меня есть настоящий друг, зовут ее Юля, очень хорошая девочка, дружим мы уже с ней 14 лет. Никогда не бросает в трудную минуту, всегда чем может, тем поможет. Помощь нужна, друг сорвался, тут же свои планы. То есть завершил и помог всегда, в трудную минуту. Это те люди, которых ты никогда не предашь, и от них ждешь, соответственно, того же. В трудную, веселую минуту. Сегодня вот нас много, мы очень рады этому, со всеми близкими людьми. Катя и Хомяк – мы самые лучшие подруги. Мы дружим 40 лет с Надеждой, с самого детства, с первого класса. Вот сейчас замуж выдаем Надину дочь. Друзей немного на земле. Как бы, поддержать трудную минуту, момент, да. Быть вместе в любой ситуации, и в горе, и в радости, как у нас. Мы очень счастливы. Вот да, поддержать друг друга, не накричать, не наскорбить его. Уметь выслушать, да, понять. Выслушать. Мало ли, у меня какие-то бывают, ну, как сказать, заскоки, она молчит, у нее какой-то заскок, я молчу. 40-летним стажем дружбы не каждый может похвастаться. Еще 40 продружим.